защитников Отечества объявляю открытым. Вольно! Поднять! Мирно! Возложение венка! Приступи! Наша армия участвовала в различных сражениях, в различных конфликтах. И тем не менее, на протяжении многих поколений этот праздник всегда остается в наших сердцах. Трансформировалась политическая система в нашей стране, но тем не менее, защитники Отечества всегда остаются востребованными, всегда участвуют в делах различных происходящих на территории нашей страны и по-прежнему защищают нашу армию, нашу родину. Несут службу в различных горячих точках, на удаленных рубежах нашей отчизны и по-прежнему гарантируют суверенитет и территориальную целостность нашей страны. Приглашаю для вручения памятных знаков доверенное лицо кандидата в президенты Путина Владимира Владимировича в нашем регионе Буздальна Виктор Иванович. Пару слов. Во-первых, с праздником вас всех. Дорогие земляки, наш Воронеж, он является городом воинской славы. И всегда он был форпостом государства российского. И в ближайшее время нам придется выбирать не только президента, главу страны, но и главнокомандующего. Я думаю, у всех есть свой кандидат, но только один может быть достойным. Спасибо. Приступаем. Анисимов Александр Николаевич. О, поздравляю. Алиев Афган Тельманович. Давай, уважаемый. Так, ребят, давай, внимание на потом, поздравимся. О, поздравляю вас! Давай. Служу России! Гости, уважаемые защитники Отечества, на этом торжественный митинг объявляю закрытым. Всех прошу проследовать в тыл памятника для просмотра показных выступлений военно-патриотических клубов и группы разведка Союза десантников России. Просим на поле. Одержим победу, к тебе я приеду на горячем боевом коне. Одержим победу, к тебе я приеду на горячем боевом.
Геннадий. Пусть ты деревень, налила сугроба бурка, а дочь пела зубой зимы. Здесь, в окаеме снегов, выросли мы. Нас точит сено орлы, нас и на ферма вас урон. Где трудей, где опасней мы были, потому и зовемся спецназ. А друзей, что поют скоротечно, встретив пулю, покинули нас, оставляя в разведке навечно. На голове, Анисимов! Мероприятие не первое, которое мы проводим подобного характера. Проводили 5 ноября минувшего года на День войсковой разведки. Мероприятие организовывалось Союзом десантников России совместно с Департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области, за что им отдельная благодарность. Люди никогда нам ни в чем не отказывали. Приурочено к празднику, к Дню защитника Отечества. Мы своим коллективом, наши ветераны войск, наши детские патриотические клубы, это СПАС и Дон ВДВ, все делаем возможным, решили показать небольшую импровизацию на тему рукопашного боя армейского. И подгадали к случаю вручить награды Союза десантников нашим членам. Очень приятно, что много детишек, мальчиков. Вот. Ну, это как бы настраивает их на боевой дух, потому что вот у меня тоже как бы сын. Хочется, чтобы вырос бойцом. Папа у нас тоже служил в ВДВ. Я считаю, это очень хорошее мероприятие. Такие мероприятия надо проводить чаще и больше, потому что тем самым мы воспитаем достойную смену нашим, как говорится, отцам и дедам. Поколение, которое сможет достойно любить и защищать свою родину.